Добрый день, друзья. Добрый день. Сегодня начинаем ездить по нашему району. Сейчас мы в Редейлей. Сейчас очень много склайпеда людей сюда перебираются жить, строят коттеджи, дома. Посмотрите, тут есть спа, есть парк динозавров. Ну еще, ребята, полетаю я тут. Так, туда-сюда 2 километра слетаю, так, в ознакомительных целях. Вон сердца. Здесь можно фотографироваться. Вот, Лина, зайди сюда. Вот, можно фотографироваться так детям в лицо. Вообще язык показывает. Парк, кто вот в Палангу приезжает, он по дороге с Клайкуды в Палангу находится такое местечко, вот динозавр парка, с 10 метров ресторан есть, Вежбутис, регистрация, есть, сейчас покажу, это стол для фотографий такой вот. Вот они все динозаврики. Ага. Вот перевернутый дом, чтобы туда зайти отдельно, надо билеты покупать. А вот это динозаврики, что ли? Так, сколько он стоит? 6 евро для взрослых, 4,50 для невзрослых. Сейчас я еще внутрь зайду, там где кассы, где сувенирный магазинчик. Ну вот зашли в магазин сувенирный. О, даже можно выйти на улицу, то есть, в смысле в парк. Бесплатно, но магнитики. Что-то такое тоже. 600 евро это стоит. Тяжелое. Головоломки. О, 100 евро. Мягкие. Блин, а увидела? Что увидела? Да я видел. А что? Вот для детей можно взять символику динозавриков. 16 евро, такие вот, так. О, кружки. Сколько это стоит, допустим, 7,50. Он по 10. Шапочки. 9 евро. Тут на маске надо ходить. Все, выходим. Лина в парк пошла, дверь открыта была, так и вышла в парк. Здесь можно тоже с детьми фотографироваться. Здесь можно поиграть. Здесь можно попрыгать. Там можно в шахматы поиграть. Дом иллюзий. А лучше просто... А лучше просто посмотрите наш клип и сами съездите. Даже будет интереснее. А то что, все покажем и уже потом, уже ничего интересного там не будет. Вот машина перевернутая тоже. Ну,
Так, где бассейн? А вот бассейн есть. Тут 320 человек живет в этой деревне официально. Она имеет свой даже герб, что мне очень понравилось. Вот. Даже по-русски написали «Добро пожаловать». Апартаменты на Квине. И динозаврик спит. Да, тут хороший бассейн. Ну вот ресторан «Рода Эльварес». Да, вот там на крыше гномик что-то сидит. И что сейчас покажу, что там еще, какие апартаменты, как изнутри выглядят. Еще туда пройдем. Вот, посмотрите, ребята. Какая красота. Цены кому надо, я, чтобы не напридумывать, можно легко найти их интернет-страничку и там все почитать. Красиво. Очень мусорки красиво. Вот. Здесь под старину сделали тоже. Запах такой, что-то коптят, какую-то рыбу еще. О, фонтан даже есть. Пончики. Да, это вот сейчас наше коронное, так сказать, действие. Лина на качелях. Тучки. Ну давай. Спарнуа тося супинес, скрайди, скрайди. Так, что тут можно попрыгать, наверное. Там дальше апартаменты. Чё? Идем дальше. Там, наверное, VIP-ложа. Вот окно большое. Видите, ребята? Вот это вот. Вина говорит, тут свадьбы делают. А вообще уродил. Тут ребята как свадебная, такая вот как из железа. Там идем через мостик, пройдем, покажем, что там еще есть. Крутиться можно по одному человеку максимально 50 килограмм. Как так? Туалет. Туалет есть. Закрыто, да? Еще пройдем, покажем, что тут есть. Так. Тоже хорошо вот. Атмосферно. Интересно, комары летом здесь бывают. Тоже так вечером сесть вдвоем. Так, мы на остров зашли. Это пепельница, что ли? Не. Ну как, друзья, нормальное местечко? Нормально. Нормально. Можно просто, ребята, можно просто приехать с Клайпеды тут сколько? 10 километров. И просто походить, погулять. Можете даже в этот парк динозавров не идти, просто вот в ресторане посидеть. Вот посмотрите, как выглядит. Для свадебной, если видно, видны столики, видны. Угу. Вот. Холодильник там для шампанского сразу же. Красивый вид. А вот отсюда видно, вот отсюда. Ну.
Ну все, там сейчас до фонтана еще сходим, и, а там еще вот... Мне интересно, где они такие кирпичи берут? Может, другого строения их разобрали? Хотя... Под старину сделали. Некоторые какие-то новые, некоторые... Смотрите, какие домики. Для птичек. А, это для маленьких динозавриков. Дуб? Не дуб. Ох, смотрите, там лагуна. Фонтан не работает. Что? А вот там дальше парк идет, динозавров можно даже посмотреть. Некоторых можно посмотреть. Там вон кто-то летает. Ну вот там они. Ну все, друзья, до новых встреч. Ну оттихчи. Ну была мусор сушить. Все, друзья, до новых встреч. Ики. Ставьте вот лайки, кому понравилось. Все.